Итак, значит, встретились мы с Александром. Ребят, какой у нас сегодня запрос на автомобиль? Бюджет 1 200 000. Изначально хочется шаттл. Я сомневаюсь, что мы найдем шаттл нормального, адекватного за эти деньги. Вот, ну, собственно, о чем я и говорил, да, то, что мы встречаемся и помогаем определиться с выбором. Значит, сегодня у нас будет несколько вариантов для осмотра автомобиля, для поиска. Это будет шаттл, это будет, возможно, спайк, это будет, возможно, Fit Shuttle, то есть три марки автомобилей, из которых будем выбирать. Если это шаттл, на комплектацию особо внимания обращать не будем. Будем обращать внимание именно на хороший, достойный автомобиль. Вот, если это спайк, пока еще с комплектацией не определились, потому что вот мы только зашли на рынок, только начали смотреть. А если это будет Fit Shuttle, то это будет максимальная комплектация. Вот пока, конечно, ну, по ценнику, а цен не рады. Есть один вариант пока. 950 тысяч, Fit Shuttle максимальная комплектация, пробег 85 тысяч, 3,5 балла. Ходим, смотрим. Ну, чтобы понимали, да, шаттл 16 год, 1 220 000. 1 220 000 он стоит, у него простая комплектация. У него менено крыло заднее, боковая дверь задняя и передняя дверь. Комплектация, ну, не самый, конечно, колхоз. Кстати, что он там по низу? Ну, по низу нормальное состояние. Не самый бич. Но все-таки бич. Так, значит, 12-й год, максимальная комплектация. Стоимость автомобиля 1 миллион рублей. Пробег конь. Ну, реально, большой пробег. Нам этот автомобиль не пойдет. И это к цене, да? Ну, не то, что к цене, а к тому, какая цена за автомобиль. По низу, в принципе, нормально. Стопарень еще запотевший. Значит, машина стоит 1 150 000, и есть вот такие вот моменты у нас по низу, ребят. Пробег там в районе 130 000. Автомобиль 4 воды идет. Ну, зато резина новая. Смотрите, когда водовая машина, обязательно залазьте под низ и смотрите. Обязательно. Второй уже такой. Вот пока, наверное, из всех вариантов это один единственный, 18-й год, 1 220 000, отдают его 1 200 000, а гибрид, пробег у него 120 тысяч, он на литишке, серенький цвет, серый цвет я люблю. Вообще мой любимый цвет это серый, серый-белый. По низу, в принципе, неплохое состояние у него. Резина, зима у него. Ну и такое тоже бывает, это в принципе нормальная ситуация. Так вот делается. Какие-то моменты по сиденью есть. Руль здесь идет обычный, простой, пластиковый. Значит, если это гибрид, да, то коробка передач идет робот. Если это не гибрид, то идет вариатор. То есть вот идем, смотрим автомобиль. Автомобиль, в принципе, попался неплохой. Мы его раз оставили на заметку, то есть сразу автомобиль никто не покупает. В итоге, ребят, проходится весь рынок. Потом уже делается анализ. Допустим, будет у нас там три варианта клевых. Мы подойдем к каждому, каждый нормально посмотрим. И из этих вариантов выберем уже лучший вариант для приобретения.
Что-то у нас жаришка какая-то невыносимая, который день уже стоит. Вот из всех, наверное, автомобилей спайки, фит шаттл. Просто шаттл. Выбор больше всего фитов шаттл. Прям очень много. Нам, ребят, напоминаю, нам нужна максимальная комплектация. Максималочка. Спайков пока нормальных не нашли за наш бюджет. Миллион 50. Фрит. Миллион 125. Миллион 100. Миллион 150. Миллион 50 спайк. Миллион 50. 920. Вот стоит такая кучка. Ну, как бы черный цвет мы не рассматриваем. И вообще, в принципе, мы отказались уже от шаттла. Уже стало ясно то, что шаттла мы не найдем. Ну, если нам, конечно, очень крупно повезет. В общем, сейчас смотрим либо фит шаттл, светлые цвета, максимальная комплектация, либо смотрим спайки. Ребята, вот стоит перед нами фит шаттл. Фит шаттл. Да, толщиномер вообще не всегда показатель. То есть должны быть глаза, должен быть опыт. Здесь крашен элемент, крашена дверь. Ну и, короче говоря, стрёмно покрасили. Прям стрёмно. Вот, хотя в принципе автомобиль неплохой, если мы не берем во внимание эту дверь. Стояночки, смотрите, подзабиты. Подзабиты, народ машины понакупал. Выбор есть. Очень много все-таки у нас фит шаттл. Прошли уже, практически дошли до конца рынка. Ребят, ну три машины, которые можно рассмотреть реально в покупке. Привет, Серег. Привет. Вот, сейчас осталось еще буквально тут 5-7 минут походить. И все, и уже пойдем подробненько смотреть те машины, которые отобрали. Тоже подзабито все, смотрите. Знаете, что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать то, что вот, ну, многие смотрят видео, да, посмотрели. Ну, допустим, вот искали мы сегодня, ищем мы сегодня фит шаттл, да, я вам говорю то, что всего три варианта. И вы думаете то, что вы завтра приедете и выбрать будет нечего. Ребят, это не так. Почему? Потому что рынок, он на месте не стоит. Машины постоянно местами меняются. Да, то есть сегодня какое-то энное количество автомобилей с авторынка уедет, и какое-то, опять же, энное количество автомобилей на авторынок сегодня заедет. Поэтому машины туда-сюда, постоянно меняются, и выбор есть всегда. Еще не было такого, то что люди приезжали и уезжали без автомобиля. Всегда находим достойный вариант. Вот тоже, смотрите, подошли. Все, вот это стоянка ямы, это, конечно, стоянка, где мы заканчиваем подбор автомобиля. Смотрите, вот целая грядка стоит спайков, а нам нужен именно спайк. То есть, если мы рассматриваем такого плана автомобиль, то выбираем спайка, не Фрида. В общем, посмотрели мы вот эту вот всю грядку спайков. Цена, короче, до 1 250 000, ребят, цена, конечно, охренеть. Цена не радует. 1 150 000, 1 150 000 пробег. Так, у этого пробег у нас, по-моему, 88 000, 4,5 балла он. Да, 88 000, 4,5 балла. У этого пробег 113 000, 4 балла. 13 год, 12 год. Этот без кожи, без литья. Этот идет на коже, на туманках, на литье, на летней резине. Гибрид, обвес, кстати, тоже гибрид. Ну вот, я думаю, мы остановимся на этом варианте.
что-то мне подсказывает, потому что вариант действительно хороший, достойный. У него идет две двери, подогрев зоны дворников, полный руль, круиз-контроль, кожаные вставочки у него. Машина не ржавая. Мы смотрим не только на цену, не только на комплектацию, ну и, естественно, на состояние автомобиля. Вот тоже рассматривайте ктущийся без спайка. Хорошего, 12-й год, 4,5 балла, без окрасов. Но статистика, в статистике все пробивается. Аукционный лист открывается бесплатно, если не прошло 3 месяца с момента покупки автомобиля в Японии. Если прошло, то стоит это там 500 с копейками рублей. То есть, ну, здесь состояние такое же комплектации, что нет только кожаных вставок, нет зоны дворников и нет одной электродвери. Почему цена такая же? Потому что 4,5 балла и пробег 88 тысяч на автомобиле. Ну, все, уже присели. Я думаю, выходить не будем. Сейчас покажу вам по низу состояние. Кстати, очень удобно то, что второй ряд сидений, он раскладывается здесь в ровный пол. Вот так, оп. Неплохая такая трансформация. Опять же проверяются домкраты, ремкомплект. Вы знаете, ходишь, смотришь автомобиль, и вот знаешь, что где-то в закутке стоит именно тот автомобиль, который ты сегодня приобретешь. Ребят, ну, действительно, это очень хороший, это очень достойный автомобиль. Понятно, то, что цена на автомобиль конь. Автомобиль проверяется сканером. Сканер профессиональный, LAX Launch X431 Pro. То есть он смотрит абсолютно все системы автомобиля. Цена, конечно же, конь за автомобиль. Так, сейчас, секунду, выставлю. Но таковы наши сегодняшние реалии. Да, мы здесь ни при чем. Повлиять с вами на эту ситуацию мы никак не можем. Машины под заказ, да, привезти без проблем. То есть, если вы собираетесь приобрести автомобиль именно для себя, для личного использования, не для перепродажи, пишите, звоните, привезем вам машину. Значит, далее здесь проверяется, получается, сканер, да, то есть мы с вами кузов посмотрели, мы с вами посмотрели не за автомобилем, мы машину завели, послушали, как работает двигатель, проверяем работоспособность всего. Гудок, дворники, зеркала, электродвери, все-все-все, залазим под коврики. Вот, потому что, как бы, ну, денежка все-таки не маленькая, да, за автомобиль. Сейчас, значит, в дальнейшем, сейчас пройдем уже окончательную проверку сканером, машину заведем, точнее, машину уже завели, 29 градусов на улице, капец, ребят. Пойдем, оформим документы, выпишем договор купли-продажи и будем машину обслуживать. Каждый автомобиль обслуживается по-своему, да, в зависимости от того, что нужно сделать. Но в любом случае, это замена масел, замена фильтров, проверяются жидкости, если нужно поменять масло в вариаторе, меняется масло в вариаторе. В вариаторе также покупается резина. Замеряем антифриз, да, по температуре замерзания. Если необходимо, это меняем. Если нужно, обклеиваем автомобиль. В общем, делаем, ребят, все, что нужно сделать с автомобилем. Ну, клевый спайк, я на самом деле сам доволен вариантом, 4 балла. Ведь идеальное состояние кузова, можно сказать, 114 тысяч пробег, стоимость 1 миллион 150 тысяч рублей. Я вам показал, как происходит подбор автомобиля. Понятно, друзья мои, то, что на видео попали не все автомобили, которые мы проверяем, лишь малая их часть. Выписали сейчас договор купли-продажи. Все, мы поехали. Каждый случай, он индивидуален, да, в плане, что требуется сделать вам. В сегодняшнем случае мы едем, меняем все масла, меняем все фильтра, покупаем зимнюю резину,
Лето, ну да, мы будем покупать зимнюю резину. Почему? Потому что здесь у нас реально дешевле. Мы сейчас поговорили с Александром. Он говорит, у них одно колесо Китай стоит там порядка, сколько он сказал, что-то 8-10 тысяч рублей. Но цена это, конечно, конь. Меняем магнитофон. И все. Ребята едут своим ходом домой. Ребят, на сегодня будем заканчивать. Вот, огромная просьба, на такую услугу записывайтесь, пожалуйста, заранее. Машины есть, они никуда не делись. Машины Японии, работаем, машины возим. Пришла, кстати, большая партия автомобилей. Я думаю, завтра выйдет обязательно видео. Друзья, мы на сегодня все, будем заканчивать. Всем хорошего настроения, ребят. Всем пока!